Всем привет, посылка с AliExpress. Здесь должна быть флешка самсунговская для видеокамеры. Не для моей. Флешка для видеокамеры для Sony. Короче, заказал брату. Он, имея видеокамеру уже около 10 лет, пользовался, у него Sony камера, пользовался флешкой Sony, которая шла в комплекте на 16 гигов, и говорит, быстро кончается, а соневские найти сейчас практически невозможно. Ну и в магазинах сказали нет, я что-то на Алиэкспрессе поискал, нет. Я говорю, приноси камеру, разберемся. Короче, он принес камеру, я смотрю, там SD вставляется, вставил свою, включил, запись идет. Ну, заказал вот ему. А то они начинают что-нибудь снимать, она пишет, не хватает места. В общем, сейчас я ее поставлю на проверку. И посмотрим. Что-то тут ни штрих-кодов, ничего не стирается. Посмотрим, насколько она нормальная. Цена такая что-то была не очень-то крутая. Короче, ссылка на нее в описании. Переходите, смотрите. А я сейчас буду проверять. Смотрим. Проверяю программой H2 тест. О, поехали. Вставил флешку. Ну, конечно, она развернута другой стороной. Ну, так у меня вот тут стоит. В общем, ставлю программу H2 тест на русском языке. Сейчас. Так, в общем, H2 тест на русском языке. Переключаю на русский. Выбрать. Так. Этот компьютер. Вот он, USB накопитель. Окей. Окей. Запись плюс проверка. Внимание, тестируется только 6392. Ну, 64. Ну, все нормально так-то пока. Ну, посмотрим. Поехали. Оставшееся время 1 час 18 минут. Ну, как проверить, так я включусь. Не буду затягивать. Все, поехали. Так, ну, флешка проверилась, как вы видите. Ошибка. Ошибка, значит. Всего на флешке не 64, а где-то 29 гигов, ну пусть 32. Значит, 33 утеряны, 33 гига данные утеряны. В общем, проверял я ее на русской версии программы, ну, чтобы можно было понять, что тут написано. Читайте, кто хочет. В общем, буду открывать спор для большей убедительности. Скорость чтения 15 гигов, мегабит, заявлено 100. Скорость записи 5, заявлено 20. Вот тебе и 500 рублей стоит флешка. В общем, ссылка будет на нее в описании, чтобы... Даю ссылку, чтобы никто не покупал там. Открою спор, прогоню на английской версии программы, ну, чтобы китайцу наглядно показать, ну, не китайцу, а Алиэкспрессу. И, ну, засниму на телефон, и с телефона открою спор, потому что видео с телефона должно уложиться там в 2
2 гига там, что ли, видео можно. Ну, можно фотки послать. Можно и фотки, и видео. В общем, не знаю, буду показывать спор. Ну, может, покажу. Выиграю, не выиграю. Ссылка на нее будет в описании. Ставим лайки, подписываемся на канал. Ну, и еще чё, вот, компьютер видит ее как 62,4 гига, эту флешку, вот она. Но на самом деле там я потом, когда прогоню на английской версии, наверное, все-таки покажу. Есть такая программа, которая ну, установит на этой флешке, сколько в ней конкретно, и пропишет. Да, в принципе, смотрим дальше. Так, ну, прогнал ее на английской версии H2 тест. Вот, что она показала. Значит, присутствует 29,2 гига. Так, 29,2 гига, значит, битых секторов. А поврежденных секторов 33,2 гигабайта. В общем, как-то так проверялось. Записывалось час, читалось 3 часа. Короче, открыл я спор. Чем он кончится, посмотрим. Теперь надо ее мне привести в порядок. И, ну, сейчас увидим реальное количество гигабайт. Короче, есть такая программа. Сейчас я покажу. Так, значит, есть вот такая программа. Там программа, это утилита. Называется вот так. Ну, можете найти в интернете, скачать, кому надо. Значит, смотрим. Ее надо открывать. Так, от имени администратора, чтобы она заработала. Вот. От имени администратора. Так, ну, сначала сейчас. И вот сюда вписать количество секторов, которые вот в этой строке, в первой строке, которые не битые. Вот 613 70 31. Вот. Ну, сначала надо на H2 тесте прогнать, чтобы узнать вот это количество. Ну и смотрим, как дальше работать. Это закрываем, карту форматируем, все закрываю, карту сейчас отформатирую. Карту отформатировал, значит, смотрим, вот она. Вот, показывает 62,4 гига. Запускаем программу. Она запущена, вернее. Выбираем. Так, сейчас ставлю. От имени администратора надо запускать. Выбираем диск. Ай, ну да, он. Дальше вот здесь. Видно, да? Переводим сюда. Пишем сюда сектора. Значит, сейчас я напишу. Думаю, должно получиться. Так, сектора 613 613 800 70 31. Так,
Жмем пуск. Так, 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 31. Так, нолик. Нолик надо убрать. Значит, проверяем еще. 613 870 31. Жмем вот эту кнопку. Да. Окей. Так, все, процесс пошел. Так, надо форматировать. Метка Тома. Ну, пишем, как назвать карту. Ну, напишу. Флешка. Начать. Окей. Все, форматирование завершено. 29,2 гигабайта определилось. 29,2. Здесь определилось как флешка. 29,2 гига. Можно прогнать теперь опять через H2 тест. И убедиться. Ну, можно и не прогонять, короче. Я уже так делал. Вот. Вместо 64 гига прислали 30. Даже 30 нету. В общем, как-то так. Открыл спор. Будем ждать окончания. Фотки ему пошлю. Видео что-то я начал загружать, не получилось. Ну, посмотрим там дальше, что дальше будет. В общем, смотрим. Так, ну, в общем, открыл я спор. Вот история спора, значит. Что я написал? Карта памяти Samsung 64 гига не соответствует заявленной емкости. На этой карте не 64, а 29,2. Карта памяти проверена программой H2 тест. Карта подделка. Прошу вернуть деньги. Продавец, короче, ответил. Мы проверяем, перед отправкой мы проверяем все карты. И если вам что-то, и ваши эти фотографии и видеосъемки в расчет не принимаются. Если вам не нравится, отсылайте нам назад, и все будет, мы вам деньги вернем. Ну, конечно, меня это не устраивает. Думаю, ну ладно, бороться с ним. Все-таки 30 гигов там есть, пишу ему. Ну, ладно, если, блин, если на карте есть 30 гигов, значит, половина. Отдавай мне 300 рублей, короче, половина денег. Он опять: нифига, мы все проверяем туда-сюда. Ну, тот же стандартный ответ. Я тогда пишу, что вы не проверяли, потому что заводская упаковка не нарушена, на карте памяти там нету столько емкости, прошу вернуть половину стоимости, потому что продукт поддельный. И написал: прошу AliExpress проверить этот магазин. Короче, он деньги, он вот, чье решение принято, общее решение, короче, продавец согласился на 300 рублей, спор закрыт, деньги возвратят. Вот в чем тут, короче, дело было. Сейчас я этот магазин открою. Так, вот этот магазин. Вот продавец. Сейчас я его открою. Короче, вот он торгует флешками. Все самсунговские флешки вот у него. Прям заходим в любую, да? Давай вот в эту. Отзывы. Вот человек. Так. Это ничего тут нет. Плохое качество. Вот. Такое же, как у меня фотография. Значит, 58 гигов из 100.
вместо 27 58. Видите, следующий. Так, ну эти вот, кто не проверял, там все, ой, все классные карты, но потом они вчухиваются. Следующий, вот эту. Так, давай, грузись. Карта памяти. Так. Ну, тут один... А, я вот здесь покупал, тут один отзыв. Я оставил отзыв, но его нет. Либо еще не опубликовали, либо удалили. Да, здесь я покупал, вот в этом. Давай вот этот. Вот, вот, смотрите, вот то же самое, чел проверил. Подделка. Вместо 256 32 гига. Вот так вот. А остальные пишут, все класс, кто не проверял, те пишут, что все класс. А большинство не проверяет, на большинстве он и выигрывает. Так, тут. Вот тоже не может файлов туда накопировать, но не знает, как проверять человек. Остальные там спасибо, супер, супер, ничего тут не супер. В общем, так, вот в этом магазине, кажется, ссылка будет в описании. Магазин вот так называется. И рейтинг еще 78%. Обалдеть. Не покупайте. Это товарищ мошенник. Ссылка, короче, будет в описании. Ставим лайки, подписываемся на канал. Ну, 32 в камеру засуну, попробую, пойдет она снимать или нет. И тогда закончим. Сейчас я всуну и посмотрим. Так, ну, вставил флешку в камеру. Вроде камера ее определила. Сейчас я на эту флешку пишу. Ну, писать пишет. Значит, скачаю с нее на комп, ну, и это будет вот завершающий файл в этом видео. В общем, за место 64 32 гига получил, люди за место 512 32 получают, за место терабайта 32 получают. Короче, все карты тут на 32 гига. И все. В общем, ссылка будет на этот поганый магазин в описании. Не покупайте там, не приобретайте. А то, блин, ну такой мошенник, таких ушлых, еще деньги не хочет возвращать. Другой бы молча бы вернул. А которые не понимают в этом, те бы и так проглотили. А он еще и в споры лезет, блин. Ладно, все, 300 рублей получил. Значит, короче, карта тогда обошлась в 200 рублей. Вот и все. Всем пока. До встречи.